В данном видео вы узнаете дату выхода и краткое описание новой серии турецкого сериала «Ранняя пташка». Джан врывается в эпицентр пожара и, борясь с огнем, понимает, что любовь не сгорает и не заканчивается, она вновь заискрится. Увидев Джана с банданой на руках, это же осознает и Санем. Но многое произошло за год, им необходимо поговорить. Вспомни, Джан и Санем не могут никак поговорить. Узнав об исчезновении Джена, им приходится пойти на его поиски, разумеется, вместе. Возможно, это даст им шанс поговорить обо всем, что накопилось, кто знает. В то же время Эмре ради любимой терпит все, что происходит в его жизни. Он остается без работы, но даже не может высказать свое огорчение, чтобы не расстраивать жену. Эмре ото всех скрывает, что его уволили. Интересно, что может терпеть человек ради любви? А Джан при помощи Эмре загоняет в угол Егита. А посмотреть 43-ю серию турецкого сериала «Ранняя пташка» вы сможете уже 25 мая. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!